Здорово, дорогие друзья, с вами Булкин, добро пожаловать на мой канал, добро пожаловать на продолжение прохождения игрушки под названием Resident Evil 2. И, конечно же, друзья, перед тем, как мы начнем, я хотел бы пожелать всем приятнейшего аппетита, кто кушает, всем приятнейшего просмотра. Собственно говоря, друзья, у нас есть некий... Так, что опять? Наброски... Да, хорошо, да, награды вот эти вот, это уже изученная история. А, есть новости. Первая новость... Я не знаю, каким образом мне на самом деле фартануло, ну, в неком плане фартануло, потому что кустовидные деревяшки, я не знаю, вот эти буратино с листочками, которые на меня выбегать начали в этой лаборатории, ну, вот эти новый вид, блядь, зомби-монстров, я не знаю, как их назвать, оказывается, против них есть только одно оружие, это огнемет, то есть по-другому их вообще никак не победить. Я просто на секундочку представил, что учитывая, что, ну, я бы... по-любому должен был бы не догадаться до этого. Я, например, мог потратить все патроны от револьвера там, например, или потратить просто лишний раз какие-то патроны. Но каким-то образом мне повезло, и я использовал огнемет. Короче, еще фишка в том, что, оказывается, их нужно до конца дожигать. Потому что если я их вот так вот временно, типа, оглушу огнеметом даже, то есть они подпалятся, но в итоге потом снова встают и как бы как ни в чем не бывало. То есть если я хочу от них избавиться, мне нужно его дожигать до угольков, ну, грубо говоря, пока он в уголь не превратится. Это первое. Еще есть способ их уничтожать. Короче, если я их оглушил, например, я могу достать пистолет и пострелять по какому-то желтому прыщику. Но я, по-моему, видел, когда один раз он лежал, у него там то ли на спине, то ли еще что-то. То есть, таким образом от него тоже можно избавиться. Это так, на всякий случай, на будущее, потому что я не знаю, сколько раз я еще встречу на своем пути этих сраных, блядь, ходячих буратино деревьев, я не знаю, как их еще назвать. Значит так, я исправил, естественно, ситуацию в том плане, что у меня сохранение там наебнулось, и, соответственно, сейчас меня ждет... вновь встреча с этим лизуном, блядь, который на меня напал неожиданно, из-за него мне пришлось перепроходить все заново, значит, я уже перепрошел до этого момента. Есть один нюанс, мне нужно, по-моему, сбегать, да, здесь есть порох много, и как раз у меня есть желтая баночка, поэтому сейчас мы быстренько пробежим, я, ну, собственно, заберу этот самый, как его, порох, и надо его скрафтить, так, это подождите, ну все правильно, да, я его скрафчу, соответственно, в этот, патроны для... этого самого дробовика, потому что с ними у меня сейчас, по-моему, беда вообще, да, по нулям. Так, пистолетная есть, ну все, отлично, нормально. Так, на всякий случай сейчас огнемет, потому что, скорее всего, здесь есть эти самые, как его, еще остатки. Во-во-во, он, видишь, он встал, короче, хотя я его дожигал. Хотя, в принципе, я могу сейчас попробовать его быстро оббежать. И вот этот встал, короче. Ну да, они, короче, оживают, если их до конца не допалить, либо не пострелять им в эту штуку, то... Короче, они, ну, типа, временно просто падают. Так, кладем сюда, сразу объединяем в патроны для дробовика. 6 патронов, хотя бы так, хотя бы так. Так, как мне сейчас мимо них пробежать? Успею? Бля, они такие еще звуки издают. А, кстати, я только сейчас понял, что мне эти звуки напоминают. А, это из этого, прям почти один в один вот этот... Вот это вот это полурык, полупук, блядь, какой-то. Вот это вот все мне напоминает этот. Last of Us. Я не помню кто, но там же, по-моему, зомбаки как раз-таки издавали такие звуки. Может, мне, конечно, глючит, но, блядь, очень похоже. Реально очень похоже. Так, ладно, теперь можно сохраниться. Можно сохраниться. И, соответственно, сейчас меня ждет то самое, из-за чего я все это перепроходил. Значит, мы сейчас отправляемся... Так, 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 это получается... Ага, это нам нужно пробежать теперь... А зачем я сюда бежал? Чтобы сохраниться, блядь, с патронами? Бля, я просто в ахуе сам от себя иногда, блядь, нахожусь. Просто вот, блядь, ну вот почему... Я, вот там был комментарий, он мне очень понравился. Типа, Санек бегал по полицейскому участку, а когда он пошел в канализацию, он выучил карту полицейского участка. Санек попал в лабораторию, он выучил карту, блядь, канализации. Теперь интересно, когда я выучу карту лаборатории, блядь. Когда, видимо, у меня это самое... Игра, блядь, уже закончится, и уже учить будет нечего. Так, значит, мне сейчас нужно пробежать к лестнице. А почему у меня испытательный... А, потому что там этот, неизученный этот, есть же. Подожди, а почему он не горит? Меня это напрягает. Я просто же перепроходил довольно быстро, потому что уже понимал, что к чему. Подожди, он здесь горит из-за того, что мне нужно вот эту хуйню анлокнуть. И, кстати, вот это я еще не понял. Здесь часть кода видно... А часть, получается, не видно, то есть я ее где-то, получается... Давай на всякий случай сфоткаю, я просто сначала даже не обратил внимания, я сначала подумал, что мне здесь показано, что как бы закрыто, как бы, Санек, иди, типа, гуляй, блядь, пока что. Оказывается, здесь действительно часть кода изображена. Так, подожди, а почему у меня красным-то горит? Из-за того, что я не могу, как бы, ну, открыть пока что? Или я что-то здесь, блядь, еще не нашел?
Потому что я так все вроде в темпе вальса проходил заново, потому что меня взбесила эта ситуация, что я... Наверное, из-за этой хуйни, да? Я вроде все остальное это смотрел. В любом случае, при первом прохождении, ну, перед тем, как меня ёбнули, я, в принципе, здесь все изучал. Ладно, пофиг. Короче, двигаемся дальше. Смогу ли я сейчас проникнуть быстренько, чтобы меня никто не тронул? Пробегаю быстрее, быстрее, быстрее. Блядь, Буратино, иди нахуй. Буратино, отстань от меня, блядь. Так, все, вот эта подземка. Сейчас надо готовиться. А, вот еще надо сюда за карты сходить. Надо готовиться к худшему, потому что я не совсем понял, почему он меня так быстро ёбнул. А, порох много еще здесь, оказывается, есть. Ну, я надеюсь, что понадобится. Бля, сейчас... я смогу этот, да, схватить трофей-то, который в итоге я тогда не смог забрать. Так, давай сейчас быстренько все это... Повторение получается, потому что... Так, серверное без электричества не открывается. Тогда получается здесь вот этот вот так куст. Это какой? А, это патроны. Мне казалось, тут еще куст какой-то был. Так, вот этот трофей, где он? Вот он лежит, стоит точнее. Трофей. Так, и что в нем такое-то, блядь, я не понял. Изучить. Опа. А, подожди. Так это... Это и... Это же и есть, блядь, этот самый код. Подожди, нихуя себе. Так, подожди, стоп. Я сейчас фоткал, это же он и есть, только теперь полностью, да? Ну да, вот оно, начало такое же, и вот так. То есть, получается, скорее всего, вот эту хуйню... Блять, ладно, хорошо, ну, пусть будет у меня. А вообще, зачем он мне место занимает, если он, по сути, нужен для того, чтобы здесь посмотреть вот эту код и все. Ладно, пусть лежит пока что. Так, что тут еще было? Как мне против этого-то, блять? А, вот эту хуйню подпитать надо будет. А, как мне против лизуна сейчас лучше? Как я понял, если я вот так вот буду идти без шифта... То он меня вообще не тронет. А, вот трава, которая, собственно говоря, говорил. А, блядь, у меня нет места. Фух, ладно, похуй. Блядь, просто синяя и красная травы... Правильно? Да, синяя и красная, они добавляют... Короче, если я сражаюсь с каким-то... По-моему, так еще работает эта смесь. Если я с кем-то сражаюсь из этих самых... Подожди, как написано? Очищает тело токсин, ненадолго защищает... Вот! Получаемый урон и защищает от яда. То есть, например, если я с кем-то там из каких-нибудь боссов сражаюсь, лучше вот как бы вот эту хрень заюзать, потому что тогда будет меньше урона для Ленчика, блядь. Блядь, а если я, подожди, если я добавлю туда зеленую, то она превратится просто в супер-пупер, блядь, невъебенно крутую, блядь, хилку, да, получается? То есть этот эффект уже теряется, что ли? Бля, как поступить-то, ёбаная эта хуйня. Так, подожди, ладно, давай попробуем сначала с этим разобраться, сейчас он выпрыгнет. Блядь. Он где-то... Блядь, по-моему, мы добрались до того момента, когда, блядь, первый раз в жизни я смотрю на эту хуйню с мозгами, и она меня и атакует, потому что я наконец-таки без шифта, блядь, передвигаюсь. Так, один хера, как мне ее уничтожить-то? Просто мне не особо хочется, ну, как бы, мне не пройти даже. Флешку кинуть и пробежать? Ну, как бы, дело такое. Так, подожди, здесь закрыто, по прямой я могу пробежать. Блять, эту хуйню не подобрал. Ну я подберу, мы еще вернемся, потому что там этот можно разгадать будет потом, это подпитать, серверную открыть. Так, а если я в него кину гранату, блять, это хорошая мысль. А, блять! Сука, откуда взялся Тревор, ебаный здесь? Блять, я еблан, пиздец! Я ебланище! Какой я утырок! Блять, я утырок, ёбаный! Я просто... Я утырок! Я такую ху... Я чё наделал? Я чё наделал? Я еблан! Меня просто... Меня поимели сейчас со всех сторон, блять! Я еблан! Я еблан на ту... Я еблан! Я еблан, я еблан, я еблан, чё я сделал? Какой я утырок, просто, блядь, так невозможно, это невозможно, я звоню, блядь, я звоню в школу, где учат играть, блядь, в игры, блядь. Я записываюсь на дополнительный занятия, это что за хуйня сейчас, это сейчас просто что, просто, мне просто вот так, блядь, со всех сторон, блядь, вообще. Гранату раз, гранату два, ножом три, блядь, еще и на... Это пиздец. Я правильно понимаю, что
ну, как бы, для меня оказалось, все получилось таким образом, что, блядь, я такой утырок, пиздец, правда, я вообще в ахуе иногда сам от себя бываю, но, нет, это не, куда я пошел, блядь, опять, вот что со мной, что по собранности вообще, Санек, что происходит, я не понимаю, не, ну я утырище или кто? Сейчас я что сделал, блядь? Зачем я это сделал? То есть я не то, не сё, блядь. Начал его зачем-то сжечь огнеметом. Нахуя? Возьми револьвер, порешай его, если уж на то пошло. Или плюсом ко всему, я не знаю. Реально гранату можно кинуть для начала. Этот, блядь, теперь тут ходит. Охуенно, блядь. Только надо говорить, что я сейчас... Бля, ну пиздец. Ну что за хуйня-то? Ну что за хуйня-то? Игра... Чё игра делает со мной? Я не понимаю, она издевается или кто? Почему она так надо мной издевается-то? Блять, я реально, друзья, и я... Это самая, блядь, тупая серия, которую можно только себе представить, блядь. То есть, помимо того, что я в предыдущей серии все пошло именно из-за этого по пизде, что я как бы, ну, я утырок был. Я здесь повторяю свою ошибку, блядь. Я не могу просто разобраться вот с ними, вот просто взять и разобраться, блядь. Не могу просто. Так, еще раз, патроны для дробовика. Я не знаю, проще порешать их, потому что как бы пробегать, там второй вылазит потом, это как бы, ну, реально херня полная. Так, это я забираю... Похуй, я объединю, наверное. Бля, может... А, так я могу, кстати. Учитывая, что он меня все равно пиздит, я тогда вот так сейчас сделаю, блядь. Или хуйня. Блядь, нормально, мне кажется. Или хуйня сейчас... А там впереди какой-нибудь еще, блядь, мозгоёб будет, да? Похуй. Я заюзаю, блядь. У меня сейчас защита пошла, нахуй. Все, блядь, я готовлю гранату. Сейчас кину сначала Грену в него. Грену, блядь. Так, давай, вылазь, блядь, нахуй. Вылазь, блядь. Вылазь, блядь. Ну... Где он, блядь? Так. Так, все, порешал. В принципе, это делалось вот так вот. Хотя бы вот так вот, блядь. Так, от этих сейчас я, в принципе, потихонечку... Опа, нахуй. Опа, нахуй. Опа, нахуй, чтобы не мешали, чтобы не мешали, блядь, мне, нахуй, здесь. Ах ты, тварь. Вообще, тварюга, блядь, все, блядь, кучка, блядь, нахуй, упала, пусть лежит. Так, и нахуя, ну, в принципе, мне не особо понадобилось, да, защита это. Короче, я ебланидзе, я просто, я не понимаю, я, вот, ну, серьезно, я, ну, блядь, ну, пиздец. Ну, пиздец, ну, вот, ну, пиздец, зачем я сейчас использую эту хуйню? Так, здесь закрыто. Значит, двигаемся сюда. Блядь. Сейчас, с одной стороны, мне вроде не страшно, потому что я чувствую, что у меня эта хуйня работает, блядь, которая меня защищает. А с другой стороны, блядь... Пиздец, ну с какого хуя-то столько патронов-то, блядь? Ты ляжешь? Нет, блядь, нахуй, сегодня? Нет? Спать, блядь? Сколько можно, нахуй? А чё он так долго, блядь? Зачем так много-то? Блять, я просто в ахуе, блять. Я какой-то. Вот знаете, я чемпион по долбе. Чемпион по долбоебизму, блять. Вот это вот мое призвание, блять. Признание, блять, призвание, блять. Какое призвание? Так, поднимаемся наверх. Ладно, все, Санек, спокойно, блять. Ну бывает. Блять, сука. Ну че, живой, блять. Похуй на него, наверное. Блять, сохранения ни одного нет, я так понимаю, да? Правильно? То есть, как бы вообще похуй. Бля. Ой, бля! Ой, бля! Чё-то меня это пугает, нахуй! А зачем мне столько патронов? Чё лежит? Чья-то записка, чё написано? Все обратились, стали овощами. Они возвращаются раз за разом. Сжечь их всех, пусть их тела обратятся в пепел. Это единственный выход. Сейчас не понял, блядь, но походу намек на то, что мне пиздец, да? Прям чё, реально сжигать, нахуй, или чё? Ух, бля, почему вот такая хуйня срабатывает раз, блядь, в жизни, блядь? Ну почему не... Так, это полезная хуйня. Так, подожди, это намек на то, что может быть сейчас... Подожди, что там было? А, хуя себе. Что? Там... Опа. Модулятор сигнала. Блядь, а то, что у меня места мало, это всем похуй, да? Господи. Почему вот этот критикал, блядь, выстрел срабатывает вообще хуй пойми когда, хуй пойми зачем? Так, подожди, вот это вот про то, что там... А, я в вестибюль сейчас? А, хуя я круголя дал! Чего? Я только сейчас понял. Так, подожди, я все нашел, да? Так, отлично. Здесь безопасно, поэтому мне похуй.
Нахуй я синюю и красную эту замешал, блядь, непонятно зачем вообще, что происходит. Так, ладно, я сейчас сделаю вот таким вот образом. Так, синий и красный у меня больше нет. Правильно, я использовал просто так, блядь. Так, подожди, если я сейчас сделаю... Есть смысл? Мне кажется, нет, да, никакого смысла. Ну... Блядь, ну я не знаю, ну типа... Блядь, похуй. Смешать или не смешать? Ну как бы, с одной стороны... Короче, я сделаю, наверное, таким образом. На хранение. Так, значит, во-первых, у меня теперь вот этот трофей. Сейчас мы попробуем разгадать эту хрень. Во-вторых, у меня вот этот... Электричество для обеспечения функционирования оборудования. Это получается, мне нужно вернуться? Подожди, а мне проще было как вернуться-то? Может, не так пробежать? Эта хуйня же в двух местах, по-моему, да, есть? Она же... Так, подожди, пока старшего сотрудника... Пока... А почему он до сих пор? Чё? Что? А, это который тот, блядь. Я сначала подумал, что всё, я понял. Так, что мне с собой надо? Трофей, он вообще нужен... Он нужен, я так понимаю, да? Как-то его сейчас использовать все равно. Так... Ладно, пусть пока так все будет. Какую-то хуйню лишнюю, мне кажется, ношу. Ладно, сейчас посмотрим. Давайте я сохранюсь. Сейчас попробуем это. Обязательно подпитаем эту хрень. Надо пройти там и в серверную, и все такое. Так, значит, сейчас код. Вот этот вот код. Получается, здесь у нас вот это вот. Но это пока рано. Это пока рано. Нам левел нужен третий. Пропуска. Так, пока пробегаем сюда тогда. Блядь, да какого хуя-то, я не понимаю. Бля, просто не знаю, вот... Вот дожигать его есть смысл. С одной стороны, как бы... Бля, ну пиздец. Во! Во! Вот! Все, он уголек, значит, он, соответственно, больше не встанет, я так понимаю. Что-то у меня мало этого осталось, топлива. Так, значит, у нас получается... Какая ситуация? Здесь у нас система распыления раствора, это пока терминал управления. Терминал управления... Так, подожди, а если... Это получается, его здесь надо ввести, что ли, этот код? Который изображен там, правильно? Какой он там еще раз изучить? Space. Блять, проще зафоткать его. Я не понимаю, он место занимает? Он сейчас, когда я его использую, он не будет место занимать, правильно я понимаю? Так, это получается, какие цифры? 2. 7. 6. Подожди, нет. Блять. 2, 0, так, подожди, это оно, большой квадрат, ну да, это оно, 6, 7, вот это, походу, правильно? О, так, это я открыл, чё я открыл, блядь? Куда, подожди, что анлокнул я? А, вот эту хуйню как раз открыл. Ну, которая, правильно, блядь, логично. Там же этот код, блядь, недостающий-то был. Подожди, а это можно выкинуть? О, обожаю выкидывать всякую хуйню. Так, теперь. Это мы сейчас модулятор сигнала используем. Надо сначала... Да сука, ну сколько можно-то, блядь? Не знаю, проще их оббегать или как вообще делать это? А, сука, он специально там ходит, блядь. Вот у него прыщики, блядь, эти ебаные. Где вот прыщик у него? Вот эти прыщики, если по ним стрелять, вроде как. Видишь, если в них попадать. Или хуйня, или когда он именно лежит. О! Смотри. Сейчас, вот этот еще попаду, если. И чё? Во! То есть, в принципе, если туда попадать, то можно их так, таким образом оглушать тоже. Так, ладно. Эта хуйня открыта, наконец-таки, блядь. А у меня с собой эта хуйня-то? Блять, вахую сам от себя, вот реально, блять. Ну как, блять, можно быть, сука, настолько, блять, глупым, как я, блять. Нахуя я побежал сюда без колпачка этого ебаного, блять, без колбы этой. Сраный, блять. Пиздец, хуй пойми, где эта безопасная хуйня находится, где у меня этот лежит, где моя кладовая находится. Че так далеко-то, я не понимаю. Через весь это, через всю лабораторию. Блять, почему мне все время кажется, сюда выход? Пиздец, взял, пошел просто, я не понял. Ну это просто самая тупая серия. Ну отвечаю, ну самая тупая, блять. Ну просто ну настолько, но это уже не смешно даже. Так, где эта ебаная хуйня? Картридж распылителя, ну для чего? Достал? Все, достал, отлично. Пиздец, просто пиздец. Я реально, я в шоке. Я в шоке, я не знаю, друзья, я прошу прощения, что сегодня у меня просто, знаете, уровень тупизны, наверное, самый максимальный из всех вообще серий по резику, по второму, я не знаю, по седьмому, по восьмому. Сегодня просто, блядь,
крыша поплыла нахуй. Так, сейчас мне опять придется, что ли, их жечь. Пиздец, туда-сюда хожу, блядь. Но я тут в уголек уже превратился, так что похуй. А вот тот без сознанки пока лежит. Я так понимаю, что если я его достреляю по этим прыщам... Во, видишь, у него еще один прыщ, господи, блядь. Больше нет? Все? Типа... Что за... Почему, блядь, его так... Что с ним произошло, блядь, я не понял. Так. Что-то сейчас нездоровый звук какой-то был. Ну ладно, похуй. Наконец-таки это колба. Мы ее вставляем сюда. Правильно? Так, давай. Ага. Использовать. Так. Все, он сам накачает или как это произойдет? Режим ручного управления. Я должен это сделать! Нужный для картриджа. Я ебу! Что за хуйня? Подожди, как это работает? Я нихуя не понимаю. Чё, подожди, чё? Это как, блядь? А как это работает-то? Я не понимаю. Блядь, подожди, стоп, что за хуйня? Мне какую надо наполнить-то? Что я делаю, блядь? Кто-нибудь понимает, как это работает? Я нет. А, вот, нужный уровень, типа, надо было... Все, я понял. Все, там по... Ну... Пиздец, перемешивание, я не понимаю. Нельзя там ввести 200 миллилитров, блядь, и все. Все, хуйня готова. Так. Картридж с раствором, отлично. Теперь он наконец-таки так, есть. Теперь, меня интересует следующее. А если мы так, так. А эта хрень находится, подожди, это получается... Ля-ля-ля. Это мне нужно сейчас вернуться... Угу. Так. В принципе, что, сразу прогуляемся? Потому что у меня же эта херня появилась. Если я все правильно понимаю. Ну вот эту хуйню-то, чтобы не таскать с собой, подожди, изучить. А. Чё? Что за хуйня? Подожди, а чё? Где без телефона? Подожди. А как оно работает? Я не понял, подожди. Я же правильно понимаю, что это хуйня? Нужна для того, чтобы открыть вот эти вот двери, которые там была дверка, здесь вот, вот это вот... Блять, откуда нахуй? Ну что за хуйня-то, я не понимаю. Мы можем спокойно походить здесь, погулять, блять, я не понимаю. Что за бред, блять? Подожди, как она открывается? Около, типа, двери надо эту хуйню использовать, или... Нет, мне кажется, это хрень какая-то. Я ничего не понимаю, если честно. Вообще, блять. Здесь надо желтый, вот под эти желтые волны, типа. Типа вот это должна по... О! И чё? Я правильно это делаю или нет вообще? Нихуя не понимаю. Типа все вот эти должны совпасть между собой. Это на самом деле занятие нихуя не из легких, я могу сказать. Блять, подожди, это так работает или нет? И чё, подожди, а чё это сделает, эта хуйня? Здесь все сбилось к хуям, блять. Это должна быть одна на все, получается, линии. Ты прикинь вообще, как это работает? Я не понимаю. Причем, подожди, на АВС я только что подобрал... Ебать, сложная хуйня, подожди, а как это? Это пиздец, тут вообще, тут на самом деле довольно много вариантов, подожди. Это переключалки режимов. Я просто реально не врубаю. Во, точно куда надо, попал. Здесь нихуя. Оно должно по всем подойти, что ли, или чё? Смотри, здесь идеально совпало. И чё?
Я не понимаю, блядь, как это работает. Здесь совпало. Здесь вот теперь съехало, блядь. Как им пользоваться-то, я нихуя не понимаю, подожди. Я думал, что эта хуйня таким образом... Подожди, а вот это вообще на это влияет или нет? Я думал, вообще этот модуль сюда надо вставить. А-а-а! Блядь! До меня дошло, блядь! Сейчас я понял, как это работает. Охуеть! Смотри, здесь написано Murf. Я подхожу сюда, настраиваю его на Murf. И вставляю. Охуеть, это под каждый я свой... А-а-а! Сначала не понял, а потом когда дошло, блядь. Вот, я настроил его. Теперь я подхожу, вставляю его под Murf. И он врубает свет. А я его потом спиздить могу обратно? А, он на один раз просто, и он остается у меня. А-а-а, хуя себе. Подожди, а где у меня еще такие же были комнаты-то? Да сколько можно, нахуй, а? Сколько, блядь, можно? Сколько, нахуй, можно, я не понимаю, атаковать меня уже? Так, подожди, это получается, я подпитал весь всю эту хуйню. Охренеть. Кто бы мог подумать. Так, ну здесь, скорее всего, в этот серверный... Опа, это что такое? Вот, это полезная хуйня. Так, а места у меня нет. Если я что-то еще найду, что это такое? Блядь, сумку бы найти, пиздец, я был бы рад, на самом деле. Здесь, охуеть, спасибо за такую комнату. Так, тогда вот это нахуй. Это... Нет, пока, подожди. Так, а что мне еще не нужно? Подожди, это все нужно? Подожди, давай-ка сейчас этот, так, вот это вот, вот так вот сразу. Так, это сюда. Это... А объединить его можно? Можно. На хранение. Пока что. Хотя у меня 62, блядь, топлива. На самом деле, мне оно надо, блядь, с собой таскать-то его. Так. Пороха здесь больше нет. Сохранюсь на всякий случай. Пороха здесь нет? Это все, что здесь? Нет, это еще что-то есть, блядь. Что еще? Опа, это что такое? Ножик. Блядь, ну... У меня мой целый, ну, этот на хранение тогда. Так, ну порох-то я тоже уберу, потому что как бы сейчас не время таскать эту всю херню, тем более я с этим, с распылителем хожу, который мне надо вставить вообще. Так, все, да, получается? Получается, все, отлично. Пиздец, бля, я сначала не понял, бля, я сам допер! Сам допер, как это работает, эти надписи-то не просто так там существуют же. Так, и теперь получается еще та комната открыта, правильно? Вот это вот слева-то. Да ёбаный в рот, блядь. Ну сколько можно, нахуй, а? Бля, вот почему такие выстрелы происходят реально так редко? Я не понимаю. Так, ага. А здесь, кстати, возможно... Здесь, возможно, что-то полезное будет. Надо внимательно смотреть каждый уголок. Так, здесь нихуя. Возьму-ка я лучше дробовик в руку. Так, здесь нихуя. Здесь тоже ничего нет. Так, здесь тоже ничего нет. Странно, блядь. Вот эта хуйня сейчас оживет, скорее всего. Так, а шкафчики открываются? Нет. С возвращением, доктор Ли. У вас 5 новых сообщений. Ну, здрасте, блядь. Сейчас почитаем. Так, почта Уэйна Ли. Отправитель Рик Мендоза. Что он задумал? Поверить не могу, что учудил этот урод Картрайт. Угомонись, придурок. Что ж, он тут главный. Пока что. Ладно, тебе случаем не попадалась моя спиралька. Там подставка с секретом. Дай знать, если найдешь. Уже нашел. Так, Байрон Картрайт. Нет времени, да? Значит, тебе не удалось выбраться на наше совещание? Ладно, не беспокойся о проверке оранжереи. Знаешь что, займись-ка кое-чем простеньким. Составь бюджет на следующий после будущего год. Сегодня же. Так, Рик Мендоза. Ты там живой? На нас напали, есть погибшие. Восточное крыло отрезано. Мост не реагирует на наши браслеты. Где там этот чертов Картрайт? Рик Мендоза, пожалуйста, ответь. Образец 43 взбесился, в оранжерее сущат. Нужно отправить туда кого-нибудь, пока еще не поздно. Уэйн, что нам делать? Помоги нам, пожалуйста, ответь. Так, Рик Мендоза. Помнишь ту черлидершу Сьюзи? Классная была девчонка, она нам обоим нравилась. Конечно, ботаны ее не интересовали. Кстати, я так и не вернул тебе те комиксы и игры. Боюсь, тебе придется их немного подождать. Ладно, я думал, какая-то будет важная подсказка, но мне кажется, что здесь в этой комнате я сейчас точно найду что-то полезное. Так, подожди, здесь больше... Подожди, пока непонятно. Костюмы. Ух, блядь. А без костюма-то ему он не замерзнет там нахуй сейчас? Ленчик, бля, как себя чувствуешь? Кто забыл закрыть морозилку? Бля, главное, чтобы тебя сейчас здесь не забыли, бля, закрыть. Ой, в смысле, наоборот. Так, что тут есть? Опа. Что за хуйня? Мне кажется, он мерзнет, нет, блядь? Так, подожди, что написано? Колба. И что, блядь? Я же не буду... А, что, можно? А, так это...
Идет охлаждение. Блять, так я все правильно сделал. Я думал, что можно уже вставлять. Оказывается, ее надо было сначала охладить. И сколько она охлажденная будет? Мне сейчас нужно еще, блядь, быстрее бежать, пока она не растаяла, что ли? Прикинь, я даже не пробовал ее. Сейчас бы меня... Сейчас бы я обломался, блядь. А сколько охлаждения-то будет действовать? Так, это понадобится. Больше тут... Больше ничего нет. Охренеть, прикиньте, я хотел... Я думал, что у меня уверенно уже готовый, блядь, этот самый. А оказывается... Оказывается, я все сделал правильно. Пиздец. Я бы реально обосрался. Ну, типа, я бы сейчас думал... Я думал, все, блядь, я готовый, нахуй, этот растворчик уже. Оказывается, его надо охладить было, так что я все правильно сделал. Так, здесь получается все, да? Я могу съебывать. Бля, я не знаю, будут ли еще какие-то скримеры, бля? Надеюсь, что нет, бля. Потому что, ну, как бы не хотелось бы. Не хотелось бы, конечно. Так, поднимаюсь по лесенке. Я думаю, что это самый верный путь. Так, и вот этот... А мне его с собой таскать, интересно, или нет? Охуеть. Ну, здрасте, блядь. Откуда он тут-то, блядь, нарисовался? Можно вопрос? Рискованная хуйня. У меня эти-то, блядь, баллоны-то не с собой. Пиздец неприятно. Да ебаный в рот. Сколько можно-то, нахуй, а? Понял. Ну, ладно, похуй. Хотя лучше не похуй, но похуй, нахуй. Чё? Ничего. Так, подожди, а там чё? А, стоп. А, отсюда я его спиздил, блядь, я уже забыл. Я уже хотел сюда его применить. Не, пока это понадобится там, в другом месте где-то было. Я уже не помню где. Так, все, это получается, сейчас мы сохраняемся. Фига, блин, я-то думал, у меня растворчик готов. А его, оказывается, все... Все правильно я сбегал. Так, у меня там был порох. Так, ага. Так, это раз. Топливо. Ну, уже пора, потому что там 14, и как бы его проще где-то использовать, и как бы он перезарядит, поэтому все нормально будет. Эту хрень я сейчас ставлю. Но эту я тоже буду с собой таскать, потому что я не помню, в каких комнатах там, где еще ее можно использовать. Поэтому как бы такая ситуация. Все, теперь я так понимаю, я могу бежать туда. Так, а где эта хуйня вставляется, забыл? Вот здесь же, да? Ага, с семораспределением. Так, сейчас, и сейчас получается эта хуйня... Сколько, блядь, загадок надо? Одно, блядь, влияет на другое, на третье, на четвертое. Пиздец просто какой-то. Просто пиздец. Так, все, теперь я могу вставлять. Правильно? Так, опа. Все, надеюсь, готово? То есть, если бы я тогда вставил, он бы сказал, у вас неохлажденная жидкость, блядь. Все. Хорошо. Так, и что? Она сейчас все это уничтожит, получается? Или как она сделает-то? Намочила. То, что, собственно говоря, нам и нужно было. Подожди, только единственный вопрос у меня. А как это, ну, типа, в каком плане оно так сработало, что... Внимание, вы распылили опасный раствор без получения разрешения. Ага. Ваши действия задокументированы. Могут быть применены дисциплинарные меры. С той стороны, да? Я просто этот, как бы, у меня вопрос. Да птицы какие-то начали. Да ебаный, бля, карась, опять он, бля, восстал. Из пепла, блядь. Так, ладно, сейчас у меня, по-моему, будет фейл, потому что... Перезаряжай давай, что я могу сказать. Бля, опасненько нахуй, он ко мне подобрался так-то. Так, все, подбирай чип. А как его? Совместить? Объединить? А тот? Номер два, блядь, он типа выкинул сам, надеюсь? Все, отлично, третий уровень у нас в кармане. Так, добудьте образец Г-вируса в западном крыле. Все. На этом с восточным крылом получается, что все. И единственное еще... Не, вот эту херню я считаю, что надо... Черт! Снова! Блять! Сука, ну кого-кого, блять? Ну не его, нахуй, я хотел увидеть сегодня, блять, здесь! Пиздец, какого хрена-то, я не понял, блять? Нормально же общались, блять! Ну ёбаный карась, а? Ну что за хуйня? Почему он вообще, откуда он взялся, я не понял. Блять, опять эта музыка ебучая. Пиздец. Ну блять, ну я так не хочу, ну блять. Ну он меня реально раздражает, ну пиздец. Нет, я конечно рад тому, что мне сейчас надо сваливать в другое крыло. Может быть, как бы мне просто надо будет сейчас очень хорошо ускориться. И как бы он меня отстанет, но... Блять, он реально вернулся, пиздец.
Я реально в шоке. Я реально в шоке. Так. Что мне потребуется с собой? Я считаю, что вот эта хрень нужна, я не помню. Вот реально не помню, где она, это самое. Еще были такие штуки, где надо использовать, чтобы открыть, пробраться и так далее. Так, третий уровень браслета у нас есть. Огнемет, патроны для револьвера прям хорошо. Я пока получается их как-то экономить. Для дробовика так себе, флешечка на всякий случай, если что-то убежать. Так, и здесь, конечно, ну не знаю, синий, зеленый. Может объединить, взять с собой, у меня ни одной аптечки без собой нет. Мне это не особо нравится. Ну что, нет, за сегодня, в принципе, мы решили основную задачу. У нас теперь браслет третьего уровня, и как бы с этой территории мы в следующей серии уже попрощаемся, потому что переходим в другое крыло. А вот что, блядь, с Тиграном делать, я не знаю, но я надеюсь, что он останется как-то здесь, может быть, я успею лестницу там эту убрать, хотя вряд ли, блядь, скорее всего, он будет... Блядь, ну почему он здесь оказался? Он везде, блядь, просто везде. Просто везде, блядь. Ну что, друзья, огромное спасибо всем за просмотр. Оценивайте видосик, подписывайтесь на канал, если впервые. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать следующие серии. Оставляйте ваши комментарии. До новых встреч, всем удачи и всем пока-пока, друзья.